Так, 22 апреля 2021 год, Харьков, 20:37 по Киеву. Хотел я поснимать на фоне Марса пролетающий спутник, но у нас облака. Поэтому пока открылась Луна, сниму ее ненаглядно. Вынырнула между облачками. Ветерочек трясет камеру. Ну, что ж поделаешь. Да, а там, где Марс, у нас сплошные облака. Обидно. Но ничего. Мы люди терпеливые. Так, все, отошел. Да, ну, ветер. Что ж ты будешь делать? Сейчас уменьшу чуть-чуть, чтобы это не так по экрану металось. Подожду, пока стихнет чуть-чуть ветерочек, и приближусь еще. Да и так красиво, ты посмотри. Как будто яйцо падает вниз. В таком ракурсе. Так, ну у нас, кстати, и тут спутничек будет. Но чуть попозже. Попозже в 43 минуты, а сейчас 39. Как раз сейчас мимо Марса пролетает спутник. Но Марса не видать. 371 тысяча километров сейчас до Луны. Луна стремительно движется к Земле, что не может не радовать. А вот Марс удаляется. И в этом году он только дальше и дальше будет становиться. Так, а ну сейчас я попробую в грунт штатива давить. Ну, вот эта тряска, конечно, много что сделаешь. Уменьшил я выдержку 1 к 200. ISO 125. Ёлки-палки, ну в окуляре это вообще чудесно выглядит. Настолько контрастно, четко, рельефно. Надо будет сравнить, как это на экране будет смотреться. Маленько матушка природа у нас над нами жалилась, как раз там, где Луна, кусок чистого неба. Ну, там незначительные совершенно облачка, больше для колорита.
Ну, где там у нас Платоша? Кратер Платон. Сейчас опять пробую надавить на штатив, углубить его в чернозем. Вот он, кратер Платон, катится аккурат по краешку экрана. Все время хочется резкость поправить. Ну давай, сейчас попробуем. Ну, от автофокусировки, от Платона как капитошка, да посмотри, влево идут кратеры все меньше и меньше. Тин-тин-тин-тин-тин, троеточие. Платон мне друг, но истина троеточие. Ладно. На истинной вине. А хочу я сейчас увидеть спутник, который будет... А где звезда? Не вижу звезды. Наверное, не получится у нас это наблюдать. Слишком маленькая светочувствительность. Странно. А, вон она, в нижнем правом углу. Ты посмотри. И облака подходят. Ну, ты представляешь. Только похвалил. А мы сейчас время посмотрим. 20:44. В любом случае мы уже все прозевали. Облака нам оказали медвежью услугу. Светочувствительность понизили. Ну, никаких спутников уже не видно. Ну ладно, значит, сегодня без спутников, что ж поделаешь. Не все коту масленица. Уменьшаю выдержку, соответственно. Контрастность увеличивается. Да, все. Находят тучи уже такие капитальные, сплошные. Так что, наверное, это даже один-единственный дубль получится. Хоть длинный и нудный, но зато один. Большое его преимущество на сегодняшний вечер. Может, завтра с утра получится Юпитер-Сатурн поснимать. Как сегодня получилось, даже Сатурн успел зацепить. Да, вот прямо сейчас скроется за облаком Луна. Будем смотреть до последнего. Несколько секунд осталось. Вот эти тени по Луне, кстати, там и Сталина спрашивали, что это за тени по Луне. Это облака находят на Луну, закрывая ее. Ну, облака, конечно, земные. Вон, смотри. Вообще,
апокалиптическое зрелище. Апокалиптика, апокалипсис. Между русским, украинским и английским выбираем абракадабра. Ну ладно, хорошо. Хорошего ничего нет, конечно. Ну, лучше, чем ничего. 20:47 по Киеву, Харькове. 22 апреля 2021 год. Надеемся на хорошую погоду завтрашним утром на рассвете.